Компания «Корона», которая занимается производством матрасов и мебели, без торгов получит земельный участок в Туймазах для реализации инвестпроекта. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Ради Хабиров. Площадь участка составляет 2 гектара. Он расположен на южной окраине города. Кадастровая стоимость земли составляет 6 300 000 рублей. На ней построят цех по производству матрасов. Недалеко от этого места находится основное производство фабрики «Корона». Напомню, инвестпроект на 420 миллионов рублей признали приоритетным в августе прошлого года. Компания создает комплекс по производству кровати, ортопедических матрасов и стульев, где будут работать 150 сотрудников. Проект является частью создаваемого в Башкортостане межрегионального мебельного кластера. Компания «Корона» станет в нем якорным резидентом.